Приветствую всех на канале подписчиков, случайных зрителей. Сейчас я постараюсь вам по-быстрому объяснить, как найти редкую монету и распознать. А именно 5 копеек 1992 года, штамп 1.21 АБМ. По штампу смотрим. 5 копеек 1992 года по штампу АБ. Ягодки у нас внизу. В нижнем ряду гроздей, отодвинутые от канта на большем расстоянии, нежели в обычном штампе 1.1. Вот эти ягодки, сейчас сфокусируемся, они выше намного идут от канта, от оригинала. Это штамп АБ. АБ штамп, понятно. Так, гурт у нас мелкий, понятно же. По штампу 1.21 здесь у нас в колосьях во втором и в третьем зерна без черенков. Здесь нету череночков. Сейчас я вам покажу через микроскоп. Через микроскоп смотрим. Вот здесь второй колосочек. Здесь нету черенков, как в штампе 1.1. Основное отличие еще 1992 дата выпуска монеты отдалена от канта на большем расстоянии, либо по сравнению с штампом 1.1. Так, и здесь у нас зерно второго и третьего колосья без черенков, это понятно. И здесь у нас верхушка верхних листьев слева и справа ступенчатые. Вот здесь видно хорошо на монете. Идет неровность, потом выпячивание и снова спуск. У нас слева и справа идет ступенечка. Так что это, ребята, штамп 1.21. Надеюсь, изложил я вам более-менее нормально, как определить данную монету. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем пока.